Билет у меня. Да я уже 13, ребята, охренеть вообще. И все серые сейчас. Есть, блядь, есть. Давай, давай на рекорд. Тринадцать ключей, ребята, 13, все серые. Привет, 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 всем привет. Сегодня решил просто так похвастаться. Ну, по заставке уже, короче, видели. Получив шестой ключ, в общем, в самом конце стрима прошли 7 экспедиций. Можно было, конечно, попробовать побить свой рекорд в этот раз в субботу, но сил у меня никаких не было. В прошлый раз очень сильно замотался. В общем, ребят, рекорд 7 экспедиций за один раз. То есть в один и тот же день, в субботу, за 5 часов, то есть ведение стрима, было пройдено 7 экспедиций. Одна с ложкой и, соответственно, 6 фармов. За все количество, которое у нас было, то есть, ну, на экране вы сейчас видите, вот скрины у меня все время идут, было вытащено 30, ребята, 6 серых ключей, 3 зеленых ключа и 1 золотой. Ну, вот как-то примерно так. Если такие вещи иногда выходят, то, допустим, вот на фарм я хожу в среду. Вот почему такие вещи не происходят в среду, что можно было так ходить и ходить? Ну, ладно, хотя бы так. Но буду стараться как-нибудь, ребята, челлендж такой еще попробуем. Хочу побить свой рекорд. То есть выйти не на 7, допустим, а на 8 экспедиций. Но тут все зависит от билетов. Проблема в том, что у многих уже не осталось с билета с братоминаторами. И поэтому остается только фура. Там немножко все сложнее. Но по последнему, получается, стриму военному, который был, кто не был, тот очень сильно потерял. Было понятно, что увеличилось количество засад на одном черепе. С чем это связано, неизвестно. Ребят, хотел услышать ваше мнение именно по этому поводу, с засадами на одном черепе. Вы сейчас ходите в экспедиции и напишите, то есть именно нужна норма и кошмарка, потому что на сложке я смотрю, пока все идет нормально, то есть засады идут только на двух и трех черепах. Ну ладно, ребят, еще в конце ставочку небольшую как раз. Ну, а, ребята, в среду на стрим, на фарм, добро пожаловать. О, итого, ребят, за сегодня в событиях. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь.